Как взыскать долги по алиментам и на какую помощь от государства могут рассчитывать родители-одиночки, обсудили сегодня в Краснодаре. Именно проблема алиментов стала главной и основной на заседании пресс-клуба Общероссийского народного фронта в Краевом центре. Собравшиеся – это представители СМИ, судебные приставы и депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Костенко обсудили самые острые вопросы и способы их решения. На сегодняшний день существует немало инструментов воздействия на должников. Это не только запрет выезда из страны или арест имущества. Должника могут лишить водительского удостоверения, даже если своего автомобиля у него нет. Также рассказали, что родители-одиночки могут рассчитывать на поддержку государства, если не получают положенную ежемесячную выплату от бывшего супруга или супруги. Например, если местонахождение должника неизвестно. Мамочка в этом случае может обратиться к судебным приставам и после получения разъяснения, что они не могут его найти, обратиться в суд и через суд доказать его временно отсутствующим. После этого она будет по закону получать каждый месяц выплату по телекормильце. Также Наталья Костенко подчеркнула, что содержание ребенка – общая обязанность обоих родителей. Поэтому главная задача – предотвратить развал семьи, а в случае, когда это невозможно, оказать необходимую помощь детям.